Добро пожаловать на лекцию про MSI Installer. На этой лекции мы поймем, что такое MSI, что такое файлы MSI. Это установщик. Это, в принципе, инструкция, как установить какую-то программу, какое-то приложение. Например, у нас есть Edge, и мы хотим установить новую версию. У нас сейчас какая версия? У нас сейчас версия 88. А мы хотим, предположим, установить новую версию 90. Мы пишем Edge MSI, скачиваем его с сайта Microsoft. И какое преимущество этого MSI? То, что он устанавливается с помощью сервиса. Программы, которая бежит за кулисами, сервис на фоне, она стандартна для всех приложений. То есть мы стандартизируем установку программ в Windows. Мы ищем Windows Installer, вот, сервис. Сервис, еще раз, это программа, которая бежит в фоновом режиме, за кулисами, автоматически. И она умеет устанавливать MSI-файлы. И самое интересное, что можно ему дать команду устанавливать файлы централизованно, сервера, махом на все компьютеры в нашей организации. Сейчас он не работает, видите, он не running, потому что мы еще ничего не запустили установку. Так, на фирмах, например, махом можно установить офис на все компьютеры автоматически. Мы сейчас скачаем MSI и запустим установку и посмотрим, как это происходит через командную строку. Как это делать централизованно в Group Policy, в групповых политиках, мы увидим на лекции про сервера. Мы сейчас говорим о конкретной рабочей станции, еще про сервера мы не общались. Давайте выберем сейчас, какую версию мы хотим, например, версию 90 или версию 85, и выберем build. Build – это конкретную компиляцию, конкретную мини-версию. То есть они сделали 68-ю версию, потом 70-ю, исправили что-то, перекомпилировали. Build – это компиляция. Выберем 90-ю версию, самую последнюю, и у нее сколько есть подверсий этих билдов. Вот 90.0, 78, 2.0, вот единственную. И выберем Windows 64-битный. Сегодня все компьютеры 64-битные. И делаем download. Что мы скачиваем? Мы скачиваем MSI. Вот этот файл MSI, он 96 мегабайт. И мы его можем запустить автоматом, но я, знаете, что я хочу вам показать, как его запустить через командную строку. Вот я вижу, что он скачивается, вот 5 мегабайт. У нас еще есть пару минут. Давайте я вам покажу, как запустить его через командную строку. Мы зайдем в Windows, в папку System32, и здесь в C Windows System 32 на моем жестком диске есть экзешник, который Microsoft установили мне в компьютер вместе с Windows. Он называется msiexec.exe. MSIExec – это программа, которая как раз и устанавливает, и удаляет все MSI-файлы. То есть она умеет работать с этими MSI-ами. Видите, она может мне установить /i и установит конкретный MSI-файл. Она может удалить MSI-файл. Вообще, я вам скажу по правде, это за кулисами она запускает сервис –